приветствую вас на канале сети ветеринарных клиник Биовет. Сегодня мы поговорим о том, можно ли кошкам есть рыбу. Да, кошки, естественно, могут есть рыбу, многим она очень нравится. Однако необходимо следить за некоторыми моментами. Всегда предлагайте кошке свежую и безопасную рыбу. Избегайте сырые продукты, так как они могут быть источниками гельминтов. Также следует избегать рыбу, которая была засолена, консервирована или имеет кости. Можно давать только мясную часть. Рыба должна быть частью рациона вашей кошки, но ни в коем случае она не должна быть основой ее рациона. Слишком большое количество рыбы может приводить к недостатку некоторых питательных веществ и избытку фосфора. Важно отдать предпочтение также нежирным сортам рыбы, например, треске или пикше. А вот от тунца и лосося лучше отказаться. Если ваша кошка питается сухим или консервированным кормом, и вы хотите ввести в ее рацион рыбу, то лучше проконсультироваться с ветеринарным диетологом, чтобы не было избытка либо недостатка каких-либо питательных веществ. На этом у меня все. Напишите в комментариях, любят ли ваши питомцы рыбу.